Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха под названием «Дверные парадоксы». Дело в том, что здесь мы будем ломать голову, как открыть одну дверь. Когда мы ее откроем, мы туда пройдем, и там нас будет ждать еще одна дверь, которую опять нужно будет открыть. И, короче, так до бесконечности. Там 150 дверей, ну, может быть, поменьше, конечно, 54, по-моему, двери, и все они уникальны. Их нужно подумать, как открыть. И этим мы сегодня и займемся. Если тебе понравится, то ставь лайки, подписывайся, и будем играть дальше в эту игру. Если не понравится, собственно, ничего не делай. Просто смотри, кайфуй, релаксируй. Значит, нам говорят, как здесь сейчас сыграть. Нужно нажать на цветочек. Я нажимаю. Поверни горшочек. Давай. Горшочек, поворачивайся. Вот. Возьми предмет. Это крюк. Ну нифига это на крюк не похоже. Извините, пожалуйста. Это на звено цепи похоже. Кликни правой мышкой, чтобы отдалиться. Отдалился. Дверь очень грамотно сделана. Все прорисовано. Каждая деталька очень красива. А теперь проведи по экрану, чтобы осмотреться. Я осматриваюсь. То есть, как ты видишь, эту дверь можно обойти, осмотреть, но попасть ты в нее, как бы войти ты в нее не можешь. Смотри, прикоснись к дверной ручке. Вот она тут лежит, я ее сейчас возьму. Какая-то странная дверная ручка. А там он что за сияние? О, алмаз получен, алмазик нашел. То есть тут еще есть всякие скрытные штучки. Осмотритесь самостоятельно. А можно вот это вот как-то подергать? О, смотри, что-то шевелится. А, оно защелкнуто. Тут, короче, замок. Видишь, вот эти вот, как бы, закуточки такие, они не дают. Заусенчики вот эти не дают дверь открыть. Поэтому нужен ключ, видимо, чтобы эти заусенчики убрать. А где ключ у нас может быть? А что вот, кстати, у нас в этом сундучке? Давай-ка попробуем его открыть. Письмо? Открывайся. О, клевер. И письмо. Дорогой мой, с тобой произошло нечто ужасное. Пожалуйста, проследуй за мной. Это котик нам говорит. За черной кошкой я бы не следовал. Такое себе дело. Значит, у нас есть, вот смотри, сверху еще колокольчик и потяни за веревочку. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и ключ, кстати. Кажется, там ключ. Точно. Угу, ключик у нас в кармашке. Дальше. Пойдем-ка... А, сейчас, подожди. Я просто посмотрел. Вроде как похоже, да, вот. Перетащи сюда предмет, чтобы его использовать. Клевер сюда как раз подходит. Это же... Вот ручка сюда, по-моему, вставляется, да? Отлично. Все хорошо. И смотри, я заметил, что здесь звена не хватает. Я вот его сюда вставляю, но нам еще нужно... Где-то еще должно быть. Хорошо. А сюда ключик давай ставим, посмотрим, что произойдет. Ну, давай же, вставляйся ключик. Опля. А, еще повернуть надо? Как бы логично, да, что нужно что-то поворачивать в замке. Все, теперь мы можем... О, ты посмотри, здесь у нас звено есть, алмазик есть и что-то еще. Алмазик, уходи. Вот это что за шпилька? Ну ладно, нам сейчас это не нужно, это сейчас не важно. Важно то, что у нас появилось звено. Мы его сюда втыкаем и ручку отпираем, правильно? Как это все обалденно сделано, по кайфу. Вообще по кайфу. А вот и код. А я получил достижение первой шаги. Значит, смотри. Вроде бы как бы, да, вот с другой стороны ничего нету, но когда ты открываешь дверь, там... Потусторонний мир. Ты можешь туда зайти, как в Нарнию, ё-моё. Пошли, конечно же. Проследуем за котом. Первый уровень пройден. Спасибо. Значит, я получил письмо и два алмазика. Дальше у нас сказка. Открываем следующую дверь. Что же ждет нас там в этой сказке? Какая интересная дверка. Похоже на деревенский туалет. Серьезно. Значит, смотри, что у нас тут есть. У нас здесь есть клетка, которую можно открыть. Давай мы ее откроем. И достать оттуда вот эту штучку. Среднее кольцо. Хорошо, на кольцо похоже. В ящиках может быть что-то за тряпкой? Как-то можно? Вот. Спираль. Ее не взять.
Что-то, а может сюда кольцо вставить? Ага, надо собрать кольца. Ясно. Если я тут застопорюсь, у меня здесь есть подсказки вроде бы. Как можно их использовать? Смотри, вот какие-то механизмы есть. Давай попробуем с ними разобраться. Если я вот это опущу. Цветок. Цветок могу выкинуть нафиг. С него может что-нибудь и упало. А алмаз нашел. Отлично. Давай посмотрим, что с цветком случилось. Я его уронил, а его здесь и вовсе нет. Угу. Причем, кстати, смотри, обрати внимание, что эта дверь находится на дереве, как избушка на курихнушках. Лом. Могу взять лом. Здесь есть книжка. И под книжкой письмо. Снова сообщение от кота. Я посланник хаоса, и я не причиняю тебе вреда. Ну ладно, не причиняй мне вреда, хорошо. Ну, он написал там, не причиняю. Не причиню, точнее. Ну, не причинишь, так не причинишь, что. Так, вот эту штуку. Вот, я опустил. Здесь у нас есть крестик. Вроде похоже, как на крестик. Медальон. Хорошо. А если мы наверх? Вон там наверху тоже есть вот эти штучки всякие. Погоди, там вообще и камень, он даже, вижу, висит. Он нам нужен как-то, нет? Нет, думаю, что нет. Итак, что мы имеем? У меня есть лом. С колесом что-то можно... Опа, нифига себе. Что-то сюда можно положить? Не вот это ли случайно? Нет. А здесь можно? Нет. О! Алмаз получен. Ага, хорошо. Хорошо. Значит, давай с другой стороны еще посмотрим. А может быть сюда, в центр? Сейчас, минуточку. В центр вот это вот надо положить? Нет. Нет, это не оно. Может ящики разломать, поскольку у нас лом есть? Как насчет лома? Вот эту крышку отдерем. Угу, точно. Вот еще одно кольцо. Ништяк. Хорошо. Лом мы использовали. Кольцо вставляем сюда. Поближе надо приблизиться. Вот, еще центровая часть нужна. Или подожди. Может тут как-то крутить-вертеть можно, но пока что не собрано, видимо, нельзя крутить-вертеть. Что-то где-то еще, может, с лампой. Здесь все пусто. Здесь все пусто. Нечего тут больше делать. Я вот думал с лампой, но нет. Мне нужно найти паз для медальона. Куда его вставить? Давай к двери приблизимся. Тут можно куда-то что-то вставить? Нет, там нету ничего. Куда я могу вставить медальон? Ё-моё. Может, все-таки сюда? Медальон, ты встанешь? Нет, он сюда не встает вообще никак. Хм. Не знаю. Можем взять с тобой подсказку. Как ты на это смотришь? Давай возьмем подсказку. Показать подсказку. Ха-а-а! Вон оно что. Ладно. Я бы даже не обратил на это внимания. Вот честно тебе скажу. Что взяли подсказку. Вот куда медальон, значит. И... Нифига себе. Ну, нифига себе. Вот она, серединка. Металлическое кольцо. Теперь мы все собрали. Это вот сюда впихиваем. И крутить-вертеть теперь нужно, чтобы что-то собрать. Что я тут должен собрать? Две части, одна. Ага. Кажется, я понимаю, что я должен. Короче, нужно, чтобы все стороны сошлись, что ли? Вот, сошлось. Вот так вот? Блин, а что если мы перевернем... Смотри, если мы перевернем все это дело, вот так вот сделаем. О, вот что нужно-то было. Е-мое. А вот и ключик. Все отлично. А я тут мозги ломаю. Нужно хорошо всматриваться, смотреть на все детали. Поворачиваем. Идем дальше. Надеюсь, что я тут все нашел. Хотя, вроде бы я один алмаз не нашел. Ну и ладно, ну и фиг с ним. Идем дальше за кошкой. Сейчас узнаем, что я тут не нашел. Уровень пройден. Отлично. Что? Нет, я здесь все нашел. Отлично. Следующая дверка у нас разблокировалась. Смотри, какая. Древние руины. В древность возвращаемся. Третий уровень. Тут уже молот получить. Воу. Смотри, сверху вон что-то. Давай сверху попробуем вот это вытащить. Можно схватить? Нифига себе. Ну, нифига себе. И что это? Взаимодействовать как-то с этим можно? Вытащил я. А могу засунуть обратно? Нет, засунуть обратно я это не могу.
И взаимодействовать я тоже с этим не могу, что странно. Пока не ясно, что с этим делать. Можно ведро взять. Давай ведро возьмем. Возьмем записочку. Когда-то ты был мал, беззаботен и полон безграничного потенциала. Ну да, когда-то я был маленьким, что. Значит, ведро. Я хочу прицепить вот сюда к колодцу. Как бы, что логично, да? А, нет, нифига. Ведро к колодцу не... не прокатит. А если колодец опустить просто вот... Ой, как тут долго вертеть. Не-не-не-не-не, стой, давай. Оп. А, все, это максималочка, да? Ладно, возьму молот. Разобью кувшинки. Можно же разбить их? Ага. Крюк для, скорее всего... О, и алмазик. Крюк, короче, я буду использовать вот здесь вот. Вот сюда я его воткну. Нет, не втыкается? А, что это? По-моему... А, надо приблизиться, подожди. Вот так вот. Вот, сработал. В колодец как раз крюк будет самое то. Но ничего не досталось. А, может, теперь ведро на него? Вот. Воды набрали. Как бы логично, да? Как ты к веревке прицепишь ведро? Ну, хотя там можно как-то завязать же. Обязательно крюк нужен, что ли, был? Значит, у нас есть ведро, заполненное с водой. Как мне это поможет дальше? Посмотрим, что на этой стороне. Вот, смотри, воду куда надо наливать. Вот в эти вот маленькие вазы. Вазу я одну поставлю сюда. Ну, давай, ставь ее. Поставь ее, вот. Ну что ты, ну вот там прям вот нужно ее туда поставить. Или это большая ваза, она ставится сюда? Нет. Хорошо, давай я налью воды в эту вазу хотя бы. Вот так. И тут есть уровень, который я могу вот так вот опускать. Нифига себе. Дно у этой вазы меняется. Мне какую-то комбинацию нужно подобрать, что ли, или как? А еще воды сюда могу налить, не? Нифига себе. Вот это, конечно, да, да. Сюда встанешь? Вот, встала. Странно как-то это все. Вот честно я тебе скажу. Я так полагаю, что тут еще одна ваза нужна. Допустим, так. Вот так. Либо здесь нужно... Да, скорее всего, это замок. И нужно выбрать правильный символ. И что-то поставить еще вот сюда. А что сюда поставить можно? У меня ничего нету. Хм. А, увидел. Вот же все перед тобой. Значит, здесь у нас должен быть треугольник выбран. Треугольник. Вот. А там у нас самая верхушка, но она и выбрана вроде бы как. Правильно же? Самая верхушка стрелочка. А, нет, не стрелочка. Должен быть... Подожди, стрелочка это прям самый верх. А тут нужно вот эту выбрать. Стой. О! Сработал. Еще ключ какой-то? Цилиндр. Ну хорошо, возможно эти... А, она с двух сторон даже. Так, этот цилиндр можно как-то здесь что-то с ним сделать? Нет. Его тогда сюда, наверное, нужно вставить, да? Все понятно, зачем вот эта штука. Смотри, синий, зеленый, красный. Наверное. Ну да, должно быть так. Типа синий. Но тут проблема в том, что... Стой. Мне повернуть вот это нужно? Проблема... А вот это центральное не крутится. Это не круто. А как я тогда сделаю так, чтобы у меня синий, красный был? Ну, допустим, хотя бы красный есть. А, но он не крутится. Зеленый, синий, красный. А с другой стороны, давай посмотрим, что там у нас. Также синий. Ага. Угу. Значит, я могу поворачивать вот это и крутить вот это. А, во, смотри-ка. Так, красный. Синий есть. Давай обратно. Вот зеленый. Нет, вот так вот зеленый. А здесь синий, а тут красный. Вот и все. Сошлось. Вау. А что это как бы? А почему часть открылась, а где остальное? Мне вот это нравится. Здесь я все вижу, потусторонний мир, это да, туда. А тут как бы шиш вам.
Еще нужно знать, с какой стороны заходить. Че, я туда могу пройти? Да, могу. Пошли, Костей. Я иду за тобой. Ну, слушай, вроде интересно, увлекательная такая игруха. Когда ты играешь, когда ты смотришь, я не знаю, конечно. Ты напиши мне об этом в комментарии, интересно или нет. Значит, летний закат. Пойдем посмотрим, что там такого летнего и закатистого. 4-й уровень, как мы уже продвинулись с тобой. Снова в какой-то деревушке, там труба вон. Ну давай смотреть, что мы тут можем оторвать. Что взять, спички есть, алмаз есть. Письмо есть. Твои проблемы начались на закате твоего детства. Ну, то есть в юношестве, да? Детство кончилось, юношество началось, и там начались какие-то проблемы. Вот какая-то деталька. Бревно возьмем. Ведро, где лежало бревно, взять нельзя. Вот это тоже нельзя. Здесь ничего подергать нельзя. Кстати, я уже заметил, куда вот эту штуку вставить можно. Ага. Вторая половина нужна. Ну ладно. Топор вижу. Давай его возьмем, наверное. О, вот и вторая половина. Красная часть. Топор нам нужен, чтобы разрубить бревно, наверное. Или нет? О, алмазик. Алмаз получен. Давай откроем крышечку. Она не открывает. А, нет, открывается. И снизу есть какой-то подсов или что это? Что вот это за кнопка такая? Ну, точнее, рукоятка. За что она отвечает? Неясно. Сюда, видимо, полено нужно, да? Но его сперва нужно разрубить, я так полагаю. Как бы, кто целое полено в печку кладет? Вот, есть дрова. Мы их засовываем в печь. И все это надо поджечь. Логично? Логично. И засов, видимо, нужно поддернуть. Так. На пару все работает. Ну, нифига себе. Я боюсь представить, что будет дальше. Какие будут двери нас там ждать. Хорошо, что-то там поднялось. Давай посмотрим с этой стороны, что... А, там не ясно. А засов-то для чего вот этот? Он просто нарисован здесь, да? И с ним взаимодействовать нельзя. Так, хорошо, у нас поднялись вот эти штучки. И в них, смотри, вон, подсказки какие-то есть. Типа... Ого, ого-го. Так, минутку. Типа... Нет, так не прокатит, потому что нужно сделать вот так. Ой. Ох, детство, детство. Ну, где же ты? Подожди. Вот, сошлось. И тут у нас комбинация от замка. Давай здесь. Здесь, как нам бы грамотно все сделать? Можно вот так вот сделать. Это вот так. Блин, нет, так не получится, надо... Подожди-ка. Черт. Придется вот так вот сделать. Все. Собрал. Угу. Получается. Я вставляю это сюда. И смотрим. Тут у нас на риске. Раз, два, три, на третье риске. Здесь у нас... Если отсюда считать, на второй риске. Так, на третий, на второй, значит. Здесь на третий. Здесь. Здесь на второй. Правильно? Правильно я поставил? Здесь вторая, здесь третья. А, подожди, на четвертую. Ну, третья снизу. Третья снизу. Вот так вот. Угу. Тут у нас где? А, вторая снизу, вторая сверху. То есть вторая снизу, вторая сверху. Во. Дверь открыта. Пошли дальше. Что же ждет нас дальше там? Какие двери, какие замки? Шестеренки и двигатели. Вот такая дверь нас ждет. Кстати, дальше за алмазы, которые я сейчас собираю, можно покупать другие двери, чтобы их открывать. Так что алмазики стоит собирать. Какая она интересная. Шестерню заберем. Смотри, сколько тут шестеренок. О, кстати, письмо. Снова непонятно ни о чем странное письмо. Но по мере твоего взросления все начало меняться. Ну, ясно.
При каждом открытии двери я получаю новое письмо, которое рассказывает о моем детстве и моем взрослении. Значит, тут у нас что-то застряло, нужно это вытащить. Шестеренки закрутились, завертелись. Дверь раскрылась, и цепочку здесь я увидал. А, это ремень. Это повязка. Но на самом деле это ремень. В машинах это называется ремень ГРМ. Значит, короче, не парься, просто это ремень. Для того, чтобы один механизм крутил другой механизм за счет резинки. Вот, видишь, вот она, эта резиночка. Она здесь как раз показана. И она крутит вот тут вот маленькую, либо большое колесо. Лампочку мы подобрали, еще алмазик. И вот я вижу этот механизм, сюда у нас остается. И вот резиночка сюда натягивается. И лампочку сюда еще нужно воткнуть. Еще одна лампочка где-то должна быть, где-то ее нужно найти. Но где же лампочку найти? Давай с другой стороны посмотрим. А, код нужен, код нужен. А где же код найти? Здесь у нас есть вот тоже что-то странное. Смотри, зеленый. А, по цветам нужно все, я понял. Нужно по цветам все это совместить. А вот так вот могу двигать? Да, могу. Ясно. У меня, короче, на детской площадке есть вот эта вот игра. Ну, подобная. Она полегче, конечно, чем эта, но суть в ней тоже такая же. Сейчас, подожди. Зеленый, значит. Нет, зеленый мне прокатит. Фиолетовый. Где у меня? Фиолетовый сюда, желтый сюда. Ух, блин. Все, вот это, короче, нужно. Вот как это все сделать. Фиолетовый у нас здесь, значит, это вот так. Подожди, это не фиолетовый, что я туплю? Не такой цвет. Вот сюда тебе надо. Это сюда. Ага, а вот ей в тупик попал. Вот ей в тупик. Надо по часовой стрелке их все делать. Иначе все слетает. Все слетает. Так. Допустим, желтый я уберу. Фиолетовый сюда. Оранжевый здесь стоит как надо. Это сюда. Вот, зеленого начали. Значит, зеленый мы не трогаем. Дальше идет желтый. Коричневый. Где мне тебя достать-то? Коричневый здесь. А вот так вот. Розовый. Он там. Вот розовый. Фиолетовый вот так вот. Все. Все сделали. Алмазик и что-то там... О, лампочка, которую мы, собственно, искали. Скорее всего, нам дадут ключ, потому что на той стороне есть скважина для ключа, я ее заметил. Электричество обожгло. И лампочки загорелись. Угу. 2, 3, 6, 4. Вот номера видно. 2, 3, 6, 4. Это код от сундука. 2, 3, 6, 4. Давай, наберем. 2, 3, 6, 6, 4. Верно. Но приоткрыть побольше, то я ж не... Два ключа. Квадратный и треугольный. Тут как раз скважина и квадратная и треугольная. Повернуть нужно? Повернуть нужно? А, вот еще что нужно сделать. Оттянуть. И сюда давай тоже вставим. Повернем. Оттянем. Сим-сим, откройся. Идем дальше. Какая странная там разваленная дверь. Пятый уровень. Блин, вот это вот, конечно, меня напрягает, что пятый уровень. Почему нельзя сразу пройти к следующей двери? Нужно что-то тут кликать. Темная камера. Там дверь была совсем другая, к которой я бежал. А тут какая-то темная камера. Не похоже на дверь разрушенную, которую я видел там. Ладно. Хорошо. Снова ведро с водой, которое мы можем взять. Фонарику, алмаз. Фонарик взять я не могу. С камнем. Может его подвинуть? Можно там что-то, может быть. Есть труба, куда я могу налить воду. Давай попробуем это сделать. Допустим, я налью сюда воду, и что произойдет? Она здесь сольется. Ага. Я это заберу. Значит, здесь у нас есть ABCD. Эту ручку можно
Допустим, сюда поставлю желтый. Давай сюда ручку поставим. Желтый. Ага, везде желтый. Ну, ABCD. Ладно, нужно где-то подсказку искать. Вот это ABCD, это вот, вот они. Вот здесь вот они находятся. И нужно выбрать просто нужную букву, видимо, или что, или нет. О, камера. Древняя какая-то деревянная камера. Шестеренку можно взять. Письмо. Пожалуйста. Узнаем дальше, что было с моим детством. Инженерная школа стала тем, что отделила тебя от твоих друзей. Ну, бывает такое, что когда ты со школы выпускаешься и поступаешь в университет, в другой город особенно, ты отдаляешься от друзей. Бывает такое, да. А шестеренка еще одна, но ее подобрать нельзя. Можно, можно вот тут что-то сделать. А, ясно, что тут нужно. Нет, нифига не ясно. Подожди. Вот этот... Вот этот значок отвечает... Значит... Все, я понял, что тут нужно сделать. Но... Получается, по две можно, да, перемещать? Можно перемещать по две. Угу, сюда тогда. А это вот так вот. А это вниз. Ну и получается, что все. Тут слишком просто. Полотно растянулось, на котором будут показывать нам фильм. А для того, чтобы его посмотреть, нам нужно поменять шестеренку. Видимо. Вот. Крутим. Ну, конечно же, сюда, на полотно. И как-то нужно что-то тут запустить. Но как? А фиг его знает как. О! Алмаз получен. А это фу-ву-ву-ву-ву. Она мне нужна, штука. Кажется, сюда ее ставить нужно. Вроде бы как. А, нет, хотя она вряд ли ее сюда нужна. А, ну это кассета, типа, вот, да. Смотри. Ох ты, ё-моё, а чё это такое? А чё это такое? Я вообще не понимать ни шпрехин. Не едойч. Так, получается, эй. Ой. Скрип стула моего бьет. Так, пойдем посмотрим, что там на той стороне. Похоже, какое-то... Так, а, понял. Значит, вот этот символ... Нет, нифига не понял. Я, короче, вижу, что вот этот символ, который там у нас есть, он встречается только в двух вариантах. Это A и D. Вот здесь вот. A и D. Я так понял, что нам просто нужно последовательность какую-то соблюсти. Но получается вот первый значок, а здесь он третий. А второй-то где? Он нигде не встречается. Не здесь я его нигде не вижу. Вообще не вижу. Ну, значит, A и D нужно, да, выбрать? Допустим. Давай я сделаю так. A. А потом D. Ну, нет. А, о, они поворачиваются, оказывается. Ну, ё-моё. Все, тогда понятно. Тогда A у нас правильно стоит. B у нас кружочек. Все, сейчас, подожди. A. Понятно. A. Какой там был? Кружочек. Здесь у нас вот так вот было. А там, по-моему... По-моему, вот так вот было. Разве нет? Сейчас я проверю. Кружочек распил. Кружочек распил, да. Да, все, все, я правильно выставил. Но, похоже, что-то не то. Раз двери не открылись. Ну-ка, пойдем еще раз посмотрим. Смотри, на... На рукоятке круг нарисован, может быть... Ну нет, это нам никак ничего не дало. Ну я даже не знаю, что подсказочку... А, подожди, звезду, видимо, вставить нужно, да? Я звезду забыл вставить. Вот же ж. Она туда ушла. И вот правильная комбинация высветилась. Значит, последний символ у нас здесь вот какой. Вон оно что. Последний символ у нас должен быть... Ой, назад верните. Звезда, короче, должна быть. Звезда. Вот она, звезда. Дальше у нас идет, типа, закат. Типа, закат в море. Вот он. Потом идет... Это второй был, да?
Ой, ошибся. Нет, неправильно. Неправильно. Здесь у нас должно быть... Должно быть... Вот такой вот. Да, да, правильно. А потом у нас идет круг с вырезом в центре. Кружочек. Да что ж ты, почему ты тут все это поменял? Зачем ты так борешься? Дальше вот так вот. Вот он. О, открылось. Последняя комбинация была правильная. Он изначально стоял. Ну, пойдем. Кстати, эта дверь, которая в конце нас ждет, она всегда одинаковая, походу. Я что-то начал обращать на нее внимание. Темная камера прошла. Теперь у нас отрицательный заряд. И это у нас дверька номер 7. Отрицательный заряд. Я думаю, что это будет последняя дверька на сегодня. Ну и, собственно, если тебе понравилось это, и ты хотел бы увидеть дальнейшие двери, как я их буду открывать, то ставь лайк и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов. Значит, вот, звездочка цепи. Здесь у нас алмазик. Тут записочка. От тебя осталась лишь тень тебя прежнего, более неспособная замечать красоту этого мира. Как-то обидненько звучит. Вот это хочу взять. Но не могу почему-то. Вот, взял. И вот это вот хочу взять. А можно ведро вытащить отсюда? Нет, ведро вытащить нельзя, но можно тут что-то покрутить, да? Ага. О! Здорово. Это нам пригодится. Вот здесь вот можно сюда вставить? Заткнуть эту дырку. А сюда подходит, нет? А-а. Не подходит. Сюда... А, кстати, а почему не подходит? Куда я могу вставить вентиль? Наверное, сюда. Вот сюда, да, я вентиль могу вставить. И здесь покрутить. Это болт, который я сейчас могу закрутить сюда, чтобы здесь у нас давление не выходило. Закручивайся. Вот, закрутили. Ой, наши любимые трубопроводы. Нужно совместить трубопроводы. A1. А, стой. Нужно понять ABC по нумерации. 1 это A, 2 это B, 3 это C или что-то наоборот как-то. Вот здесь, смотри, C это 1, A 2, B 3. Все понятно. C это 1, значит. Единица у нас уходит. Ладно, вначале вот так все разверну. Это будет сложновато, как-то. Или не будет сложновато, не знаю. Может вот так вот сделать? А, вон как тут еще. Подожди. Так, это я... Все перекрестил, скрестил, нафиг. А, нет, не все. Они как бы друг под дружкой проходят трубы. Значит, единица, вот она идет, 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 идет. И она к Си пришла. Все правильно, единица Си. Дальше у нас что там забыл? Би это 3. Троечка, вот она идет, 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 идет. Вот поворачивает сюда. И вот. И теперь осталось вот так вот. Сработал. И шарик сейчас взлетит. И даст нам что-то новое. А, он запитает электричество. Круто. Эффектно. Угу. У меня есть как раз все шестеренки вроде бы. Я их сюда могу вставить. Ну, по крайней мере, я так... А, нужно открыть крышку и сюда их поставить. А, минутку. Минутку. А я их смогу поворачивать? Ну, должен. Сошлось. Все, дверь открылась? Ой, ну это было слишком просто, слушай. Прям капец как просто. Ну вот, собственно, и все. 7-й уровень пройден, давай посмотрим, какая у нас следующая дверь будет. Следующая дверь у нас большая беда.
Беда, беда, беда. Так, и это у нас плечом, глава первая, пробуждение. А тут есть еще и другие главы. Их несколько. Все ясно. Дверей здесь, как говорится, дофигища. 22 двери здесь, в главе пробуждения. И мы с тобой прошли только 7. Короче, все, тогда сегодня закругляемся. Вот на 8-й двери. Большая беда. Если тебе понравилось, то еще раз напоминаю, поставь лайк. Если не понравилось, то можешь не ставить. Подписывайся, если захочешь увидеть продолжение по другим играм или по этой, чтобы не пропустить их. Поэтому подпишись обязательно. А мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что до встречи.